Ален Робер, французский человек-паук, впервые покорил небоскреб вместе с сыном. Для восхождения мужчины выбрали башню славы в Барселоне. Ее высота 144 метра. Разрешения у властей не получали, забирались наверх без страховки. Жюльен Робер отслужил 8 лет в армии. Спортом занимается постоянно, почти 40 раз прыгал с парашютом, но альпинизмом никогда не увлекался. Перед восхождением сказал, что ему страшно, как никогда в жизни. К счастью, у меня есть отец, который поговорит со мной и поможет советом. 60-летний Ален тоже взволнован. На этот раз все по-другому, потому что там будет и мой сын. Он не альпинист, поэтому я чувствую, что несу за него ответственность. Но он уже взрослый, ему 34 года. Это его собственное решение, но все же я его отец. У Жюльена трое детей, поэтому для себя решил, если почувствует, что больше не может, спуститься вниз. Однако надеялся, что выдержит и поднимется наверх вместе с отцом. И его мечта сбылась. На восхождение ушло меньше часа. Наверху, как обычно, ждет полиция. Ален Робер увлекся альпинизмом в 1975 году. Сначала покорял скалы рядом с родным городом Валансом на юге Франции. Потом стал лазить на небоскребы. В списке его достижений более 150 высоких строений, включая Бурдж-Халифу, Эйфелеву башню и мост Золотые ворота в Сан-Франциско. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.